Буквально несколько дней назад на этом самом месте была установлена цепь ограждения, некие люди взимали плату за проезд на смотровую площадку. Но после того, как здесь побывала команда главы города, предпринимателям пришлось внести коррективы в свой бизнес-план. Теперь деньги за проезд не взимают. На смотровой площадке аншлаг. Многочисленные туристы любуются красотами Анапского побережья. С экскурсией или в частном порядке все они смогли проехать сюда беспрепятственно. Мы проезжали, доступ был открыт, никто нам не препятствовал, все хорошо было. Однако, несмотря на снятие блокировки, представитель субарендатора этой земли внимательно следит за обстановкой. Он дежурит на въезде. Правда, завидев камеру, спешно отошел прогуляться, но и мы прогулялись в его сторону. Теперь кто хочет, да, может проехать бесплатно. Мы так и проезжали. Здесь был некоторый сбор на облагораживание территории. Въезд всего 100 рублей для того, чтобы облагородить территорию, то бишь убрать ее. Загнали трактор, расчистили дорогу. Здесь расчистили, здесь все было заросшее, мусор убрали, поставили мусорные баки. И так будет или это временно, потом поставят опять? Я не знаю, там как руководство пишет, как согласуют. А вы здесь находитесь для чего? Я смотрю за порядком. Мусор, постройку не доделали под один этаж. А это, видимо, и есть то самое благоустройство, о котором говорит сотрудник. Будущая торговая точка – один мусорный бак. Каких-то особенных работ по облагораживанию территории не видно. Да и нужны ли они здесь? Ведь анапчане и туристы любят это место именно из-за дикой природы, нетронутой человеком. Это как местная достопримечательность, и сюда должны приходить туристы смотреть на красоты, на природу, а не на ларьки на этим с мороженым. Их и так хватает. Я бы была против. Должно все остаться так, как есть. Ну, это все испортит, конечно же. Нужно, чтобы была нетронутая природа. Останется проезд бесплатным или шлагбаум установят вновь после всех так называемых благоустроительных работ, пока не ясно. Однако анапчане настроены до последнего отстаивать право на свободный доступ к достопримечательности. Да какие деньги за проезд, я вообще понять не могу. За это вообще ничего не должны брать. Не будут убирать, будем сами его убирать. Конечно, своими силами будем убирать этот шлагбаум. Кроме того, ситуация на особом контроле главы города Юрия Полякова. Администрации уже направлены материалы в правоохранительные органы, Росреестр и Росприроднадзор для разбирательства и принятия конкретных мер. Мы также будем следить за развитием событий. Ольга Родина, Анапа регион.